Аттракционы в парке Шевченко тоже активно готовятся принимать посетителей. А некоторые качели уже вовсю катают взрослых и детей. Решение об их открытии, вопреки карантину, приняло руководство лунопарка, ссылаясь на выполнение всех эпидемиологических мероприятий. Как одесский лунопарк готовится к летнему сезону, видела Светлана Давжук. Лунопарк в парке Шевченко понемногу возвращается к привычному ритму жизни и готовится катать одесситов с ветерком. Но несмотря на то, что парк аттракционов не входит в перечень разрешенных к открытию объектов, подготовка идет полным ходом. Проводится генеральная уборка, расконсервация аттракционов и наносится разметка для соблюдения дистанции между отдыхающими. Посетителей пока немного, но большая часть аттракционов уже работает. Также заработали и кафе на территории парка. Когда вы уже открылись? Где-то неделю назад. Были посетители первые? Да. Достаточно много или как? Нет, немного. Да я сказал, мало. Пока что. Никаких официальных разрешений на работу развлекательных аттракционов одесская мэрия не давала. Их работу регламентирует постановление правительства, а контролировать соблюдение правил карантина должна полиция. Чтобы соответствовать карантинному режиму, перед аттракционами нанесли разметку для соблюдения дистанции и разместили дезинфицирующие средства. Желающих покататься пока немного. Скорее всего, это связано с погодой. Обрабатывали, и руки детям обрабатывали. Мы зашли, да, обработали руки всем деткам. Сейчас открылось уже вроде. Но еще люди не сильно приходят, еще многие боятся еще. Где вы успели покататься? Все открыто или не совсем? Ну, почти что все открыто. Ну, сейчас пока с утра не очень так. А комната страха открыта, можно кататься, горки там открытые. К работе возвращаются парки аттракционов по всему городу. Но как будут соблюдаться правила карантина с большим наплывом одесситов, неясно. А вот техническое обслуживание, говорят сотрудники лунопарка, все аттракционы прошли.